Нихао, леди и джентльмены, рад приветствовать вас на канале topchainup.ru. И давненько у нас не было обзоров Байлори, а на самом деле мы их отгружаем до сих пор очень много, просто тысячами единиц. А сейчас супер топ из клатчей Байлори, это женский клатч, который называется Байлори Forever. Мы не выкладывали видеообзор, потому что многие наши крупные клиенты просили не пиарить его, но сейчас настал такой момент, что ими интересуются все, и поэтому этот оффер доступен уже от компании TopChainOpt. Вы можете пройти по ссылке, которая есть в описании этого ролика на YouTube, уточнить про оптовую партию минимальную, и хочу сказать, что они продаются шикарно. Мы рассмотрим в обзоре несколько цветов, у меня их здесь достаточно много. Начнем давайте вот с распаковки розового цвета, самого популярного. Это фирменная и оригинальная продукция фабрики Байлори, это китайский бренд. Распакуем и посмотрим, что он из себя представляет. А также расскажу, в каких моментах можно столкнуться, если вы занимаетесь Байлори. В первую очередь, как всегда, все красиво упаковано. Клатч выполнен из материала, который можно обозначить как замшевый, то есть какая-то замшевая кожа. Похоже очень на это. Очень приятный на ощупь, нет постороннего запаха, он не воняет. И действительно шикарно, дорого смотрится. Я сейчас бумажки все достану, вот вставочки, которые здесь есть. Помимо прочего, он очень многофункциональный, именно поэтому его любят девушки. И именно поэтому он пользуется таким спросом большим. Так выглядит его лицевая сторона. Перевернем сзади, в принципе, то же самое. И что из себя представляет он? Все держится на кнопочке, очень удобно. Классическая застежка. Есть у нас Байлори здесь бренд, он вышит. Открываем первое отделение. Первое отделение у нас здесь для карточек. Можно 6 карточек вставить, фотографию любимого. И здесь есть дополнительный карман. Далее, следующее отделение. Здесь еще 6 карточек. 2 уже отделения для банкноты, для бумаг и для чего-то еще. Тут у нас, кстати, абсорбирующий пакетик, чтобы в дороге он не промок. Вот так выглядит внутрянка. Далее у нас отдельно, а здесь на змейке есть дополнительный кармашек, как раз для мелочи. И за ним располагается еще одно отделение, очень похоже вот на вот это. Второе, здесь то же самое, 2 отделения для банкноты, еще 6 карточек можно вставить. То есть, по сути, все, что нужно для мелочевки, куча отделений для всяких скидочных карточек, банковских карточек есть. И есть отделение для банкнот, 1, 2, 3, 4, 5, 5 штук, плюс одно на змейке. Именно розовый цвет самый продаваемый, он нежно-розовый, не яркий, тут все окей. И сейчас мы попробуем распаковать второй по популярности цвет, голубой. Вот такой вот у нас голубой цвет. Согласитесь, цвета очень даже красивые. Они такие пограничные сами по себе, то есть сочетаются со многими видами одежды. Это, конечно же, плюс для девушек. Нежные пастельные тона, очень все красивенько. Голубой цвет имеет абсолютно такие же отделения, все то же самое. Байлори, красавцы, радуют нас. Тут у нас отделение для мелочи, все как полагается. Ну и момент, с которым мы столкнулись, отгружая эти клатчи, то что их нужно хорошо проверять. С чем это связано? С тем, что они очень маркие именно на этапе производства. Возможно, на этапе эксплуатации они тоже будут пачкаться, но уже у ваших клиентов это должна быть их забота. Но в случае с Байлори есть небольшие недочеты. Все-таки их собирают как бы китайцы, нужно понимать. И не всегда этот труд высококвалифицирован. Не всегда, возможно, они с чистоплотностью относятся к своему производству. Бывает, что на этих клатчах есть какие-то частички, может быть, клея или какой-то резины. Они очень легко удаляются, то есть в большинстве своем случаев можно их почистить. Но такая проблема есть, поэтому мы о ней говорим, и мы стараемся ее исправлять. То есть перед отгрузкой мы проверяем эти клатчи, чтобы максимально избежать какого-то, каких-то проблем, связанных именно с внешним видом. Чтобы вид был товарный, и товар можно было смело продавать сразу же. Но рекомендуется предпродажная проверка. Ну и еще один цвет у меня здесь есть, серый цвет. Всего у них в районе 5 цветов. Вот, я достал последний серый цвет. Тоже очень симпатичный сам по себе. И что нравится девушкам, он сочетается со многими цветами. Давайте сейчас как раз на сером поближе и посмотрим на детали. Итак, что касается деталей. Логотип, он здесь как бы выдавлен или прошит, даже не знаю. Наверное, все-таки выдавлен, нанесен чем-то, как будто выжигали его. То есть он здесь не стирается и надежно все это видно. Байлори сам по себе имеет мягкую текстуру этот клатч.
Оно форму держит хорошо за счет того, что здесь много слоев вот этой типа замшевой ткани. Внутри, что касается подкладки, она имеет синеватый оттенок. Это касается всех цветов тоже, кстати, приятная на ощупь. Сеточка, все, в принципе, нормально вырезано, без косяков. Все-таки Байлари — это такая профессиональная фабрика. И они давно клатчи делают, не первый год, и у них очень много есть моделей. Они сотнями тысяч продают эти клатчи дешевые. Кстати, стоимость оптового в Китае вот такого вот клатча порядка $3.5. Можно вот на эту цену ориентироваться, если вы хотите купить их оптом из Китая, а именно модель Байлари Forever, как у нас здесь в видео. Вот такой вот клатч. Кстати, и должен сказать, что все у нас углы, скажем так, срезы, они тоже заделаны, все как полагается, как на дорогих кожаных изделиях. А напомню, это не кожа, это типа что-то полукожи, полиуретан, но выполнено достаточно все качественно, молодцы ребята. Ну и хочу сказать, что это тренд номер один в Украине, так вообще сейчас разрыв по ним. Россия потихоньку подтягивается, тоже начинают заказывать. Это Байлари Forever, кстати, есть версия еще и Forever Mini, абсолютно такие же, просто в два раза меньше они, а как бы спрыснутые такие вот вариации. Стоят немножко дешевле, в районе уже $3, $3.20 в Китае, тоже можно их для ассортимента добавить. А это были клатчи от компании Байлари. Это оригинальные Байлари Forever. Их можно купить оптом из Китая. Ссылку на них вы найдете в описании ролика. Переходите, пожалуйста, там подробно все будет изложено по минимальной партии и стоимости на среднеоптовую партию. А я благодарю вас за просмотр видео. Не забывайте подписаться на канал, если вы еще не подписались. Будет много интересных видео по товарке. То, что мы отгружаем регулярно, то, на чем люди зарабатывают деньги здесь и сейчас, именно на эти товары мы будем делать акцент. Ну и какие-то дополнительно полезные видео, связанные с посещениями фабрик, жизни в Китае и так далее. Нажимайте колокольчик и удачи вам в бизнесе!